Привет, друзья! Это новое видео, по сути, старое. Так классно сказал. В общем, есть видео, которые незаслуженно не получили вашего просмотра, одобрения и какого-то внимания. Рядом железная дорога, поэтому иногда такие скрипы. Я решил, что буду делать периодически из таких клевых видео, которые были длинные, но там крутого момента, там, ну, какие-то совсем 5-7 минут, делать вот короткие видео, там, разбивать свои новые видео. И вот это одно из таких. Это тот знаменитый толстолоб, который клюнул на фидер, который меня поразил, с которым я поборолся. Ну, в общем, вы сами все посмотрите, скажите свои впечатления. И скажите, заходит ли вам такая рубрика, нужна ли она. Это вот будет максимально короткий момент. Максимально короткий момент. И максимальная, простите, железная дорога. И максимальное такое вот, ну, только именно вот крутые моменты. В общем, берем, наливаем чай, кофе, делаем бутербродик и погнали. Видео будет не длинным, но должно быть интересным. Это он, пацаны, паровозик. Сейчас я закручу фрикцион. Фрикциончик закручу. Попробуем его взять. Да я ухожу влево. Ух ты, ух ты, ух. Не дает уйти, тихо, мягенько. Да непонятно, что сейчас. Он траву ушел. Сейчас посмотрим. Да не, сазан. Фрикциончик отпустил. Попробуем. Да. Это он бьет? Да, 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 да. Смотри, потихоньку. Да, я ж фрикцион отпустил. Ну, там да. Крючки слабые, поэтому его надо только нежно. С фрикциончиком. Так, я пока опущу это, да? Я тебе все скажу, Олег, подожди. Нет. Это сазанчик. И ты его сюда подвинь. Уже близко, Олег, подсаку не, не. Я не трогаю, все давай. Чтоб он не боялся, ты его подведешь туда, подхватишь туда. Он сейчас начнет брыкаться. Вот. Он начнет запутывать мне ту снасть. Он уже ее туда пытается влево уйти. Сейчас. Сейчас. Так он, если запутается, я его не возьму. Олег, присядь, чтобы ты не стоял. Чтобы он тебя не видел. Ой, у меня колено болит. Ага. Фрикциончик работает. Я даже еще чуть-чуть отпущу. Вот видите, вот что-то толковое. Теперь он в другую сторону пошел, а я теперь перемещаюсь в другую сторону. Это толстолоб. Толстолоб? Да. А ведь нельзя брать его, да? Ну, вытянуто его мы можем. Я себе скажу, потому и не было очень похоже. Вот то в прошлый раз тоже видно был толстолоб, когда вот он тянул. Сейчас я его заверну. Сейчас растянет крючок, идиот. Сейчас он устанет. Тихо. Сейчас свернется крючок. Спокойненько, фрикциончик. Давай, поднимайся. Хапай воздух. Вот что тут делает. Паровозики. Иди. Давай. Сколько же его? Олег, давай, смотри туда. Вот он. Не. Сейчас. Сейчас я его заверну. Сейчас он завернется к тебе. Сейчас. Ложи в садок.
Сейчас. Все, теперь поднимай. Тяни, поднимай вот так его, тяни вверх. Просто натяни на себя, не поднимай вверх, потяни, тяни на себя. Да, вот тяни, вот тяни, вот тяни вот так вот. Ох, грамм 5, наверное, Олег. Пятерочка. Да. Красавец? Слушай, да. Красавец, да, красавец. Да. Меня надо с ним сфотографировать. И кантер есть, кстати. Да не надо взвесывать, это явная пятерка. А да, то и больше. Кантер у тебя с весами, ну, это рабочий? Да. Давай. Давай, кантер. Сейчас я сниму. Снасть сниму, подожди. Давай, подержу. Ну, то подержи, я снасть. Смотрите, в рот убийцу карася, за губу взял, хорошо взял. Только вытянуть не могу. Да тихо, 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 тихо. Тихо, зараза. Я с него не могу крючок вытянуть. Надо плоскогубцы у тебя твои. Есть. Так, сейчас. А теперь надо снять палку с подсака. Взвешивать с подсакой. А ты имеешь сюда вот зацепить, да? Да. Сейчас, подожди. Снасть. Так вот. Неси кантер. Угу. Вот, ребята. Давай, давай, кантер. Давай, кантер. Камера пишет все. Вот так вот. Так, 0-0. Ну и где-то грамм, пускай 500, еще голова. 6-6-100. Пускай. Да 6-100. 6-100. Отлично. Пятерка. Пятерка есть, да. Вот так вот. Камера включена, толстый в руках, и на эту камеру засвидетельствуем, мало ли, о, поиграл, да, да не, нормально, аккуратно здесь, вот так вот, а, такую тушу отпускать, а, и поплыл кабася, да, по красоте поигрался с нами, ушел. Вот такое получилось видео. Еще раз говорю, это новая рубрика. Вы скажите свое мнение, нужна ли она такая. Именно будет из таких лучших видео, лучшие моменты. Именно самое короткое, без воды, без начала, без конца. То есть по максимуму. Все, вот такой попался толстолобик. Напоминаю, на нашу волшебную снасть мини-убийца карася. Она уже себя оправдала 1000 раз, эта снасть. Если вам интересно, заходим в мои видео, волшебная снасть, убийца карася на карабинах, и посмотрите. Все, жду ваших отзывов, комментариев, впечатлений, нужна ли такая рубрика, заходит ли она вам, потому что таких моментов, ну, я точно знаю, от 10 до 20, когда хотелось бы вам показать то, что там растянуто в видео на полчаса, а самого адреналина там 5-7 минут. Все, всем пока, жду ваши комментарии.